Всем привет! Вы на канале Деломастера Вейца. В этом видео расскажу вам о том, как проверить свечи зажигания на приборе советского производства E203P. Этот прибор уже проверен годами, его используют очень давно, и начнем работу. У меня есть прибор, который оборудован насосом для создания давления, манометром и лампочкой для создания разрежения на свече зажигания. Здесь есть таблица, которая характеризует длину искры и ее характеристики. У меня есть старый набор свечей, которые были сняты с автомобиля. Какая-то из них барахлила. Я не стал разбираться по спешке. Ну а теперь необходимо узнать, как же они работают. Прибор установлена заведомо неисправная свеча зажигания. И посмотрим, как она работает. Для начала необходимо включить прибор в сеть и создать давление. Нажимаем контрольную кнопку. И видно, как выбивает искра. При нажатии кнопки видно, что искра вроде бы хорошая, пока не создано давление. Попробуем создать давление, посмотреть, как она себя будет вести. Накачиваем 5 атмосфер. Проверяем после этого. Накачаем до 10. И смотрим. Появляется дуга, которая уходит в бок, не на центральный электрод. Теперь посмотрим, как ведет себя исправная свеча в этом случае. У меня свеча фирмы Чемпион RN9YC. Здесь, правда, несъемный центральный колпачок, поэтому придется держать рукой, потому что надсвечник немножечко меньшего диаметра. Закручиваем ее аппарат с помощью ключа на 22. Хорошо дотягиваем, чтобы создавалось давление в этой камере. И проверяем. При атмосферном давлении получается хорошая, даже очень хорошая искра. Качаем воздух. Сначала 5 атмосфер. Проверяем. Качество искры не изменилось. И она бьет струга в электрод центральный. Накачиваем 10. Проверяем. Качество искры не изменилось, стало даже лучше. Качиваем 15 атмосфер. Последняя максимальная цифра. Искра отлично бьет центральный электрод. Таким образом, такой нехитрый аппарат советского производства позволит проверить все свечи зажигания, которые есть на вашей технике. К сожалению, техника уже старенькая и приходится работать в резиновых перчатках, потому что где-то пробивает на корпус небольшое напряжение. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как проверить свечи зажигания на приборе советского производства E203P. Пишите замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, всем пока!